Минвосток развития предлагает освободить от НДС авиакомпании, летающие на Дальний Восток. Такой законопроект рассматривает правительство страны. Повлияет ли это на количество субсидированных билетов и сколько человек воспользовались ими в этом году, смотрите следующий сюжет. Жительница Ленска впервые воспользовалась субсидированным билетом в этом году. Перелет из Якутска в Москву ей обошелся в 7 тысяч. Но прежде ей пришлось добраться из Ленска до столицы республики. С Якутска до Москвы скидкой я воспользовалась, а до Якутска пришлось мне платить самой. И ну, не все это могут. Да. Жителям Якутска это хорошо, а для Ленска или других городов республики неудобно. Направления субсидированных перевозок по республике в этом году остались прежними. В период с 1 апреля по 1 ноября перелетами из одного района в другой воспользовались более 5000 человек. А вот внутри Улуса субсидия на билеты авиакомпании «Полярные авиалинии» действует бессрочно. Значит, здесь пассажиры всего оплачивали от тарифа 50%. Ну, то есть 50% мы получали деньги от пассажира и 50% мы получали от бюджета республики. Между тем, в компании «Якутия» число субсидированных маршрутов в города России увеличилось. С 1 июня выполняются рейсы Москва-Певек, Якутск-Краснодар, Анадырь-Хабаровск-Нерюнгри-Новосибирск. План по субсидии выполнен на 100%, а количество человек, воспользовавшихся субсидиями, превысили цифру прошлого года. По дальневосточной программе авиакомпания в этом году перевезла более 59 тысяч пассажиров. В прошлом году эта цифра была 55. Увеличение количества перевезенных пассажиров способствовало тому, что благодаря нашим обращениям были включены маршруты Нерюнгри-Симферополь и Новосибирск-Нерюнгри. Сейчас услуги перевозчиков облагаются налогом по ставке 10%. Налог не платят только компании, летающие в Крым и за границу. По оценке авторов законопроекта, освобождение от НДС позволит повысить экономическую эффективность дальневосточных рейсов и увеличивать пассажиропоток ежегодно на 2-3%. При этом особого снижения стоимости билетов ждать не стоит. Обнуление НДС позволит авиакомпаниям сдержать цены, несмотря на инфляцию. Пассажирам это принесет небольшую, но выгоду. Юлия Великодная, Владимир Павлов, филиал Ленского района, НВК Саха, Якутск.